Якутия выступила инициатором проведения в Санкт-Петербурге первого всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера. В здании университета имени Герцена собрались более 300 участников из 30 субъектов России. На торжественном открытии съезда собравшихся поздравили представители власти, общественных организаций. Также состоялось вручение памятных знаков в честь 385-летия вхождения Якутии в состав России. Мероприятие продолжилось пленарным заседанием и работой секций. Съезд будет проходить 2 дня. По итогам разработают концепцию преподавания языков, создадут Всероссийскую ассоциацию учителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и инициируют на федеральном уровне основные документы по сохранению языков. Из республики Саха-Якутия приехало 47 человек, из них 16 делегатов этого съезда. Конечно, в перспективе мы хотим, чтобы именно эти делегаты, участники, реализовали в жизнь решение этого первого исторического съезда учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.